Всем привет! Вы на канале PrimaryMaker, и я сейчас в полностью такой же обстановке, как и при моем, помимо моей реакции, видео реакции на NF Happy. И я решил попробовать сделать так. Сейчас подряд послушать весь альбом, ну, не считая тех трех треков уже, которые я так переслушал, ну, кроме Happy. Happy я посмотрел вот буквально только что. Вот, поэтому послушать все подряд, как и задумано было NF-ом по очереди. И из-за этого всего, что я наснимаю, выбрать какие-то самые интересные моменты, про которые я могу рассказать. Надеюсь, это не выйдет 5 частей. Поэтому просто делать отдельно для каждого трека отдельную реакцию. Во-первых, там нету клипа. Во-вторых, там уже надо реально в слова вникать больше. И поэтому здесь лучше как-то буду поспокойнее, но зато все вместе смещу. Надеюсь, я говорю, не будет слишком много, что рассказывать. С другой стороны, это было прикольно, но было бы очень много видео, если бы я на каждое делал реакцию. Тем более, канал у меня не о реакциях. А кто не знает, я музыкант, снимаю видео про написание музыки в FL Studio, ну и во остальные музыкальные темы. В общем, ладно. Я все-таки одену наушники тогда. И вы все поняли. Приходим и слушаем. Ну, давайте тогда начнем с NF, с его хитом, с Корда. Я не знаю, кто это, опять же, и Джулия, это тоже не знаю. В общем, careful, типа осторожный или что-то такое. Ну, давайте. Stunning on me, you get exposed. I don't wanna pick, then I bite bold. Doesn't go plat, it'll go gold. Keep it up front, now I'm tiptoe. I be at the house trying to lay low. Ducking and dodging a promo. Sit on my roof like J. Cole. Yeah, sit on my roof like J. Cole. Thinking about how I'm so thankful. Some part songs, I don't make those. Look at that car I paid for. Look at my life, I'm grateful. Hating on me, that's hateful. You know I hear what I aim for. Talking about risks, I take those. Then get air, be careful. Risk, I take though. Millionaire still ride with the Draco. Court side of the game, Triple Tron got my name on it. That's how a typical day goes. I just left Nigeria, Lagos. I just met Kanye, Yezos. I was talking to God, but was real or was not. All he said was remain faithful. Okay, I get it. Придется мне без субтитров как-то пытаться понимать, но я пока что слышал только слово careful, честно говоря. Все остальное, что я слышал, это рифмы. За минуту уже много очень крутых фишек, и типа это уже... Ну, типа, если бы трек был только минуту, понятно, сделал бы, я бы слушал только минуту. То есть здесь все четенько, здесь нет такого, что что-то не хватает, то есть все круто. Ну, я предполагаю, что примерно так пройдут 3 минуты, а может быть что-то изменится. Но, в общем-то, хор вот этот, который, я не знаю, как они его сделали, опять же... Ну, не представляю, это сэмпл, наверное, какой-то, но я не знаю, как они... Если он уникальный, то как они его записали отдельно, не знаю. Опять же, рифмы, все вот этот... Ну, все прикольно, стандартненько, но круто. Радует, что треки разные, и что вот эта стилистика, она очень похожа на его старую. Все-таки есть кочевый такой, прям, бит. Но он не агрессивный, он не... грустный, он не печальный, не депрессивный, он кочевый. И это круто. Что-то похоже на Layers, напоминает мне в плане ощущения, что ли, атмосферы. Что-то опять сказал про Бога, что там... Это о Боге или Богу? Я не знаю конкретно. Надо смотреть опять же перевод. Ладно, давайте я все-таки открою текст. Я надеюсь, что он есть. И да, здесь все светлеет и светлеет. Вот эта вот штука. Здесь у меня просто день, и я ничего с этим не могу поделать. Поэтому надеюсь... Ну, если что, мы же смотрим, слушаем все-таки, а не смотрим новую картинку. Поэтому... Ну, извиняйте, я как бы коплю на новую камеру, но это, знаете, стоит недешево. Ладно, мы открыли. Хорус NF Корды. Значит, я даже не помню, на каком моменте. Где-то где гад. Хорошо, давайте найдем гад. Ну, во-первых, это его, вот, verse 1. Вот. А, too gad. I was talking too gad. То есть я говорю, both was real and what's not. It's not name for because... А, Jesus. Because it sounds like the name Jesus. А, ну да, похоже, Jesus, типа Jesus.
It could be a reference to the song. Yes. Ага. Интересно. У нас такой получается полуразбор треков. И чувствую, что я все-таки буду снимать отдельно реакции, ну, не знаю, по одному треку или что такое, но часто буду выпускать, потому что не-не, я хочу каждый трек разбирать с вами, давайте это так и сделаем. И надо, наверное, будет все это вырезать. Was real or was not, all he said was remain faithful. Okay, I get it, I got it, I'm with it, I'm about it. My crib is exotic, I'm blessed. Hey, we living chaotic, what's high off narcotics, but that's when my life is a mess. Hey, we come from the bottom, we still at the bottom. I get high to really distress. Hey, I don't think y'all get the message. This world is built off misconceptions. Talking about greed, talk about envy, talk about money, then we talk about plenty. Talking about dollars, then we talk about pennies. Talk about drinking, then we talk about Henny. What we talking about? Lost souls at a crossroads, money coming in large loads. I've been crossing. So my heart cold. That's all we know. Stunning on me, you get exposed. I don't wanna pick, then I bite bold. Doesn't go plat, it'll go gold. Keep it up front, I don't tiptoe. I be at the house trying to lay low. Ducking and dodging a promo. Sit on my roof like J. Cole. Yeah, sit on my roof like... Oh, J. Cole, знаю его. Наверное, какой-то тоже отсылка к какому-то треку из J. Cole, вот, да. Или нет, не знаю я его. Подожди, что-то я путаю. J... А, не, я путаю что-то. J. Cole другой. Да, да не знаю я его. Like J. Cole, J. Cole. Thinking about how I'm so thankful. So par songs, I don't make those. Look at that car I paid for. Look at my life, I'm grateful. Hating on me, that's hateful. You know I hear what I aim for. Talking about risks, I take those. Then get air, be careful. Called on my dad and I told him I got you. You wanna retire, then do it, you're good. Called on my grandma and told her it's time to move out of that basement. Let's get you a crib. Called on my manager, told him get ready. It's about to get busy, this record is... Called up the god and I asked him, you watching my back. Вы слышали? Это стопудовая обработочка. Обработочка на форманту. На форманту. У вокал. Called on my grandma and told her it's time to move out of that basement. Let's get you a crib. Called on my manager, told him get ready. It's about to get busy, this record is... Called up the god and I asked him, you watching my back. He ain't say nothing back, but I heard what he said when you see how I'm living. Ой, 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 это самое интересное. Ладно. Значит, позвал его. Спросил. He ain't say nothing but... То есть он ничего не ответил, но я слышал, что он сказал. А к чему это? Я, наверное, надо смотреть, опять же, в контексте. And I asked him, you watching my back, he ain't say nothing back, but I heard what he said. When you see how I'm living, the answer is obvious, ain't it? When you go from poverty stricken and stressing about buying the groceries to not even having to look at the total, you know you've been blessed. Sharing the wealth ain't no point in me keeping this all to myself. I ain't taking this money with me to my grave. Yeah, I might as well bless all the people I love. We talking about making a difference, I'm making one. Talking about risks I've been taking, I'm talking about dreams I've been chasing. I'm talking about lives I've been changing. I'm talking about family, don't play with them. That's a line you don't cross, no. Low blows, can't respect those. Gotta keep the loved ones close. That's all we know. Stunning on me, you get exposed. I don't wanna pick, then I bite bold. Doesn't go plat, it'll go gold. Keep it up front, I don't... Я столько всего пропускаю, я в этом уверен, но ладно. Sit on my roof like J. Cole. Yeah, sit on my roof like J. Cole. J. Cole. Thinking about how I'm so thankful. Some part songs, I don't make those. Look at that car I paid for. Look at my life, I'm grateful. Hating on me, that's hateful. You know I hear what I aim for. Talking about risks, I take those. Then get air, be careful. Окей, прикольно. Прикольный трачок. Прикольный. Я даже не знаю, как мне теперь связывать все эти видео будет. Это реально выходит на минут 10 одно видео. Я даже не знаю, что делать. Так что, ладно, просто давайте, да, все-таки попрощаюсь. В общем, это была реакция на NF Careful, скордая, не знаю, как это правильно читать. В общем, давайте, вот вам подсказки, куча видео, куда переходить дальше. А вы были на канале Primary Maker. Всем спасибо.